Здравствуйте, Анжан, на канале Видео Кукинг. Сегодня я готовлю густой мясной суп с барбарисом. Для этого потребуется мякоть говядины, растительное масло, картофель, репчатый лук, помидоры, кинза и барбарис. Говядину заливаю водой. Заливаю холодной водой. И отправляю на огонь. Пока мясо закипает, подготавливаю овощи. Нарезаю картофель кубиком. С помидором надо снять кожицу, поэтому делаю неглубокие надрезы. Помидоры ошпариваю кипятком. И заливаю холодной водой. Нарезаю на дольки. И измельчаю лук. Тем временем на мясе появилась пена. Пену снимаю. Накрываю крышкой, но не до конца. Уменьшаю огонь и поддерживаю медленное кипение. Если же образуется пена, снова убираю. Варю до готовности. Нагреваю масло. Обжариваю лук в горячем масле. На среднем огне, чтобы лук не горел, а хорошо прожарился. Даже на менее чем среднем. Лук готов, золотистый, красивый. Так, все овощи готовы. Жду, когда будет готово мясо. Мясо у меня варилось почти 1,5 часа. Но это уже зависит от говядины, у кого как. Быстро. В бульон добавляю картофель. И варю минут 10. Нарезаю мясо довольно такими большими кусками. И мясо готово. Картофель практически готов. Добавляю обжаренный в масле лук. И еще поварю минут 7. Прошло 7 минут. Добавляю помидоры и говядину. Доведу до кипения. Суп довела до кипения, снимаю с огня. Нарезаю кинзу. Отправляю в суп. И барбарис. Размешиваю. Накрываю крышкой и даю настояться 1,5 часа. Прошло 1,5 часа, суп настоялся, теперь нужно снова его прогреть. Суп закипел, и суп готов. Суп очень наваристый, густой и ароматный. Суп готов. Снимаю пробу. Мясо, картофель, помидоры, барбарис.
Очень-очень ароматный. Вкусно. Чувствуется вкус кинзы, барбариса. Барбарис он такой с кислинкой. Картофель, томат. Очень хороший суп. Густой мясной суп с барбарисом готов. Приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики, готовьте, комментируйте. И до новых встреч!